Ребята, всем привет, с вами Александр, и сегодня мы поговорим про Jurassic World Alive, про обновление 1.7, которое до Android еще как-то нормально не доберется, хотя вот на сегодня, на 1 мая, обновление есть, я скачал, но на эмуляторе оно у меня не запускается, ну и в целом, как, короче, уже оно вышло день назад, по-моему, в 30 апреля, по-моему, она вышла на яблоках, короче. Но там тоже оно все глючное, короче, недоработанное, какие-то там большие косяки с прицеливанием, с ловлей животных, в общем-то. Ну, а на андроидах вообще, короче, у меня на эмуляторе, на Ноксе она вообще сейчас не запустилась, на телефоне у меня она не установлена. Так что, думаю, пока они будут вылавливать все эти баги, мы немножко хотя бы поговорим, а то я как-то эту тему все обходил стороной, руки не доходили, да, что нам в этом, короче, обновлении ждет. Ну, главное обновление, это у нас появились кайнозойские. То есть вы, наверное, должны об этом знать. То есть кайнозойских, по-моему, у нас появляется 6, сейчас мы об этом поговорим, и, по-моему, столько же гибридов, ну, что-то в этом роде, да. И еще, как бы, что существа, новые кайнозойские будут появляться, я так понимаю, каждая в свой день. У нас их как раз 6 получается, и то есть один смелодон вот будет в понедельник, как у нас вот видите здесь написано, ну а другие существа будут, соответственно, в другие дни появляться. Да, вот, собственно говоря, это я сегодня запускал, вот такой вот у нас логотипчик, да, у нас смелодон, саблезубый тигр, да, и вот такой вот у нас это, ну, бронтотерий, или как там, ладно, в общем, да, носорог, вот такой, как из этого, из ледникового периода. Это вот то, что я сегодня сделал скриншот, и дальше у меня игра не прогрузилась, она вылетала, зависала, короче. Да, давайте сейчас будем смотреть. Также, что у нас меняется, изменилось количество, максимальное количество ДНК, которое мы можем хранить. Вот, обычных раньше было 200 тысяч, стало 250, в общем-то, оно в целом все увеличилось, да. Уникальные, раньше можно было хранить 1000, сейчас 4, короче. Ну и вот, ничего такого особенного. Так, вот давайте смотрим по гибридам. Это у нас орданотозавр. Короче, бог вы знаете, что это такое. Я даже как бы думал и не придумал. Кулаборгиана. У нас есть арамборгериана, птерозавр, да, и кулазух. Наверное, вот такое вот получается. Легендарное существо. Кулазух, наверное, будет эпический здесь. Дальше вот пуртозавр, это прикольно, это пурусзавр плюс карнотавр, то есть, ну, по виду и по названию. Дальше спинаникс, это будет спинозавр, скорее всего, редкий спинозавр, например, плюс какой-то там какая-то амфибия типа нундазуха, кулазуха, что-то такое, мне кажется. Потом у нас будет Эрликоспикс, это будет, мне кажется, спинозавр уже, допустим, этот редкий, плюс эрликозавр какой-то, и Джемини Титан, то есть, как бы, ну, то есть, понятно, будет какой-то там аэротитан, не, у нас аэротитана вроде нет, ну, кто-то, что такое Джемини, понятия не имею, но какой-то зауропод, короче, с, ну, с аморгозавром, судя по шипам. А, хотя он уникальный, значит, это будет у нас надопатотитан плюс еще какая-то лабуда. Ну, вот, по-моему, что-то вроде такое. А, вот у нас 5. 5 у нас будет кайнозоев, да, бронтотерий, смелодон, эласматерий, так, сумчатый лев, марсапел, да, вот это сумчатый, на английском первый раз встречают. Сумчатый лев, но по виду ни с чем его не перепутаешь. Зубы, как у бобра. Бронтотерий, да, носорог. И фараракс. Про фараракс я только что снимал видео. Там, где был Келенкин. Фараракс, это семейство фарараксовых. Самый крупный из них Келенкин. 3 метра. Фараракс там 2,5. Да. И гасторнис. По-моему, 1,8, ну, может, что-то перепутал, метров, да. Ну, фараракс, не фараракс, сам Келенкин, обладатель самого большого черепа, 1,60 сантиметров, да. Ну, он относится к фарараксидам, вот так вот. Так, также у нас, что у нас, на апрель, на эту неделю, апрель-май, вот наши ивенты, так. Суббота, воскресенье у нас уникальное, секодонт, тиранозавр, барионикс, тут ничего такого интересного, но вот, в принципе, тиранозавры Gen 2 бы половить, они у нас уходят, вот капразухи, наверное, будут, вот эта вот тварь будет с капразухом, вот это вот спинониц, вот что-то мне так кажется.
Так, ирритатор Gen 2. Мне какой-то ирритатор нужен. По-моему, редкий мне. Мне редкий нужен ирритатор. Ну, вот, короче, тут такие награды. Ничего такого особенного нет. Так, теперь вот. Пурутатор, ребятки. Пурутатор. Сейчас мы еще вернемся к этим значкам, что тут появились. Пурутатор это у нас карнотавр плюс пурузавр. А, пурузавр редкий. Хорошо, потому что у меня редких тоже было. 1005-7 есть. А вот обычные, они уходят на пурузавра, которого я, кстати, уже прокачал на 20 левел. Еле-еле. Да. Ну, вот такие вот у него показатели. Так, опережающий удар очищает себя... И невидимость, шанс уклонения 66, не 50%, а 66 на, ну, на один ход всего лишь. И увеличивает свою скорость на 2 хода плюс 10%. Очень прикольный удар. И у него нет перезарядки. То есть можно каждый раз долбить. Но он не наносит урона. Нет урона. Потом дальше. Какие-то когти. А когти снимают невидимость. Таких ударов не было. Это новый удар. И двойной урон, и снимает невидимость противника. Прикольно. И когда на него подменяешься, у него еще, ну, по факту невидимость. Стопроцентная. Такого тоже никогда не было. Так. Это у нас... Как там его прочитать? Это у нас... Это не пурузавра удары были, да? Это у нас... Это у нас удары были вот это вот. Фараракаса. Это были удары, ребята, Фараракаса. Фараракаса были удары птичьи. Ну да, похоже, типа удары как на Мономима, Процератомима, вот это вот, короче, вот это вот. Вот это его были удары. Так, а где удары? Где-то у меня потерялись, да, удары эти? Ну ладно. Ладно, сейчас я их тогда не найду, удары пурутозавра этого. Так, ну, фараракс вот такой вот у нас. Вот как они выглядят, да, фараракс и бронты. Уже кто-то успел наловить. И, кстати, вот самое главное, самое имбовое, короче, то, что вообще в корне меняет всю эту игру, это вот эти вот значки, которые появились. Мы можем, то есть, как, находить или... Как там? Так, где тут? Здесь не видно. Блин, странно. Я вроде сохранял эту картинку. Короче, будут нам попадаться за какие-то действия вот эти вот такие вот значки. Мы можем каждому существу отдельно прокачивать либо силу удара, либо здоровье, либо скорость. Скорость качается плюс 1, здоровье и сила удара качается плюс 25. То есть можно будет любое существо вкачать на скорости, на силу удара и так далее. То есть и обладатели айфонов там говорят, что уже как бы там уже полный, короче, срач на арене происходит. Ну, то есть берете какого-то трикозавра со скоростью 108, качаете ему там скорость на 132 или 131, не знаю, какие там ограничения, и вот у вас вообще тупо имбовое существо. Так что, как бы, теперь приоритет брать, качать быстрых существ уже, как бы, не особо актуален. Но, с другой стороны, как бы, быстрое существо можно сделать тоже еще быстрее. Но, по-моему, эффективнее будет взять того, что, допустим, трикозавра, сделать его быстрым, например. Ну, в общем-то, с этим, ребятки, как-нибудь разберемся. Вот так вот, так что... В ближайшее время, то есть буду снимать видео, как только игра станет уже стабильна. Не знаю, насколько уйдет на это дней. А на этом все, ребятки, всем пока.